Фирма «Дельфин» ООО – это яркая жемчужина Черноморского побережья, открывающая для детей и взрослых двери в волшебный мир фауны. Фирма «Дельфин» ООО – это Анапский дельфинарий на Большом Отрише, Архипо-Осиповский дельфинарий. Это то, что представлено здесь, на юге России. Наша фирма работает с 1992 года, то есть в этом году нам будет 24 года. Основной вид деятельности нашей фирмы – это представление с морскими млекопитающими. Это 8 видов удивительных обитателей водной стихии – дельфины, афалины, белухи, морские котики и львы. Они круглый год радуют зрителей завораживающим и зрелищным шоу, заряжая позитивом и незабываемыми яркими впечатлениями. Дети и взрослые смогут поплавать вместе с дельфинами и сделать уникальные фотографии купания с морскими животными. Также уже на протяжении 8 лет для вас работает парк живой природы «Додо», который расположился в станице Натухаевской. Парк живой природы «Додо» открыт для посетителей с 2007 года. В коллекции зоопарка сейчас более 80 видов животных. Она постоянно пополняется. Основное направление зоопарка – это мелкие приматы и экзотические птицы. Зоопарк также открыт круглый год и ждет своих посетителей с 9 утра и до темноты. В парке ни днем, ни ночью не смолкает чебет и гомон не только птиц, но и других представителей животного мира. У каждого зверька своя неповторимая судьба, с которой вам будет интересно познакомиться. А теперь запоминайте адреса. Анапский дельфинарий расположен в поселке Большой Утриш. Архипо-Осиповский дельфинарий в поселке Архипо-Осиповка, улица Школьная. А зоопарк «Додо» в станице Натухаевской на улице Курганная, 103.